«Дорогой добра и милосердия» под таким названием Магнитогорской консерватории состоится благотворительный концерт. В нем примут участие солисты и коллективы, в том числе оркестр духовых инструментов, хор мальчиков «Соловушки Магнитки», фольклорный ансамбль «Дарование», фольклорный ансамбль «Дарена», хор Центра развития ребенка, детский сад номер 34 «Нотка». Собранные после концерта средства пошли на новогодние подарки детям Донецкой и Луганской народных республик. Я думаю, что это наше начинание поддержит жители города, неравнодушные к несчастьям других людей. Немаловажно, что сами дети будут выступать на этой сцене. То есть они привлечены для того, чтобы помочь другим детям, которые сейчас находятся в неблагоприятной обстановке. Конечно, это очень хороший такой сплочающий фактор. Концерт в поддержку жителей Луганской и Донецкой народных республик состоится 26 декабря в 18:30.